Говорит, Света. Это Света. Не надо про Света. Там калитка есть, что ли? Угу. Здесь две калитки, одна с одной стороны, другая с другой. А вот та бандура, это что такое? Кондиционер. Такой двор. Хорошо, что там тоже одноэтажный дом. Здесь надо висеть, подсыпать, наверное. Да, трава? Это гараж. Это обогрев воды. Ты только говори, объясняй. Ну это в коридоре шкафчик такой. При входе, чтобы оставлять вещи, обувь. Дальше идет коридор. Здесь в коридоре разделяется на две комнаты, слева-справа, посередине ванны. Здесь вот такая комната с нестандартной стенкой в стекле, выходом на улицу. Вот так она выглядит, как комната. И здесь шкаф гардеробная для вещей. И здесь одна раковина, туалет, ванна. Вот здесь еще одна комната, такая тоже неплохая. Здесь тоже клоузет гардеробная. И там дальше уже выход в другую комнату и в ванну. Они все разделены, комнаты. Здесь вход в зал. Ага. Здесь барная стойка, можно поставить стулья, чтобы сидеть. Вот здесь зал такой. Здесь можно сделать комнату для ужина. И вот он идет такой дальше зал. С таким вот потолком большим. И там вот такие дырочки, которые под колонки для телевизора. И такой свет идет. Здесь кухня. И в кухне здесь место для холодильника, шкафчик для продуктов, посудомойка, раковины, этот, плита и шкафчики. Нет микроволновки. Сюда вот. И вот здесь уже вход в нашу спальню. Тоже потолки такие большие. И в нашей спальне идет вход в еще дополнительную в ванную комнату. Здесь у нас есть вот такого рода ванны. Затем у нас идет такая кабинка душевая отдельно. Гардеробная там. Туалет. И две раковины, чтобы чистить нам зубы. Здесь с потолка идет лестница наверх, на чердак. На чердаке еще тоже куча места, что можно делать. Это комната, где будет стоять стиральная машинка, сушильная машинка, все принадлежности. Гараж сделать. Наш район. Так выглядит улица, на которой мы собираемся жить.
с этой стороны устроена такая качельки. Чё, боялись, что погода будет? Да.